родился уже после войны и никогда не видел своих дедов. Оба они не вернулись с фронта. Один, отец мамы, погиб в бою в феврале 42-го, похоронен в Карелии. О судьбе другого я узнал только недавно. Весть о нем принесли ребята-поисковики. Папин отец в декабре 41-го умер в военном госпитале Вологодской области. Война забрала сразу две жизни в нашей семье. Я помню, как в детстве завидовал своим сверстникам, у которых дед вернулся с фронта. Но таких счастливчиков были единицы. Не было в селе глубоком такой семьи, где бы война не оставила свой трагический след. И тем ценнее для меня, моих односельчан и всех людей была и остается победа. Дорогие наши ветераны Великой Отечественной, спасибо вам за то, что вы есть, за то, что выстояли, выжили, вернулись, за то, что вы сегодня вместе с нами. Честь вам и низкий поклон за победу. Великое спасибо и вам, дорогие труженики тыла, за каждый трудовой день, за каждое мгновение приближения к великой победе. Я искренне поздравляю всех с 70-летием Великой Победы. Вечная память всем тем, кто не дожил до этого дня, и вечная слава всем живым героям. Здоровья, благополучия, мирного неба над головой. С праздником, с Днем Победы! Победы!